Ладно, Салтовка. Так, пожарим. А мне слабо. Пап, ну пап! Она опять! Ну пап! Держись, Поплавка, держись, держись! Держись себя, Вера! Держись! Отпускайся! Отпускайся! Уйди, я сама! Да не мучайся, отпускайся, я тебя поймаю. Девчонки должны не по крышам скакать, а вышивать платочки крестиком. Веревку-то отпусти. Сами вышивайте. За мной! Молодец! Выкидывай! На прорыв быстрее! Я за ним! Ты что, с ума сошла? Перегрелась? Слышь, как поют, а? Тьфу, дура! Пойди проветрись! Пойди проветрись! Дура! Люблю лаловые угрики. Еще? Нет, хватит! Хватит! Ругаться будут! Люблю арбузики. Здорово. Что ж так здорово? Плывет, как контики в океане. Чей конь? Юрка, ты где? Товарищи, опуститесь на землю. Ты? Ты? Угу. Похоже. Ну и что? Вертись. Нет. Явилась снежная королева! Ура! 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 Отлично ты, курица, на опаску поешь! Ну, хватит, ребята! Бессовестная такая! Тихо! Антон Юрьевич, бывший артист, прошу любить и жаловать! Зачем она их приводит? Талантам нужны поклонники. Как воздух. Начинаем работать! Все на сцену! Принц, бабушка, Лиза, Коля. Быстро, 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 быстро на сцену. Слушай, зачем ты притащила сюда этого стрючка? Он же будет сковывать всю мою творческую инициативу. Вечно ты не прав. Во-первых, нам нужно привыкать работать на зрителей. А во-вторых, интересно же знать мнение профессионала. Какого профессионала, который играл до нашей эры? Все-таки артист. Сегодня я буду ставить финал пьесы. Это самое трудное место, так там участвуют все. Начнем со входа советника и снежной королевы. Прошу. Извольте немедленно вернуть мне мальчишку Кея, слышите? Иначе я превращу вас всех в лед.
А я после этого раскалю вас на куски и продам. Ну? Но нашего Кея здесь нет. Ложь. Это чистая правда, Савик. Это сказочник. Его Колька играет, мой братан. Да знаю. Вы прячете его где-то здесь. Ну, попробуйте, найдите его. Так, тут я энергично осматриваю комнату. Заглядываю на кухню. Все, его здесь нет. Зина, твоя реплика. Имейте в виду, любезный, что мне достаточно взмахнуть рукой, и тут навеки воцарится полная тишина. Элизабет, проснитесь, ваша реплика. Да-да. А ты, снежная королева, маши руками, ногами и хвостом, все равно мы тебя не выпустим. Лиза, проснись, но все нужно иначе. С отношением, с темпераментом, где они? Да, где они, а? Не буду я играть маленькую разбойницу. Что, опять твои капризы? Да, опять. Ну, что тебе нужно? Ну, чего ты хочешь? Она хочет изобразить откуда секс-бомбу. А ты, Ленка, просто шут гороховый, индюк. Ну, я ж темперамент прорезался. Мерси, Баку. Ну, все, кончай, Юрка. И ты, дочь, как маленькая. Ну, у тебя ж хорошая роль. Ну, что в ней хорошего? Орать и свистеть, как эти дуралей на заборе, да? Покорелого театра! Ну, хватайте за ногу! Постой. Постой, тебя как звать? Дубравка. Ну, вот как? Послушай, а не сыграешь ли ты у нас, Дубравка, маленькую разбойницу, а? Тоже мне. Весьма остроумно. Очень симпатичная роль. А?